Ты же, блядь, они стоят в углу тебя. На всякий случай еще я фазу сниму. А потом уходят просто такие. Что ты делаешь, творишь? Что ты делаешь, творишь? Shut in the house, and you're to blame. Got a baby you love. Я не смогу этим сделать трюк. Бейба! Блин, как они скользят. Охереть можно. Очень сильно. Очень плохая музыка. Не, очень сильно скользят. Я думаю, тебе иногда придется переставлять колеса на те и с этих на другие. Чтобы лайтовые катания и просто экстремальные. Ты ставь два таких спереди, два таких сзади. Ну, как у роллеров они такие разноцветненькие. Блин, увидели роллер охрененно. У него, короче, когда он слайд делал на ролик, у него искры били с колеса. Красиво. Переслайдил. Блин. Я вот так вот, поехал. Мне надо придется переставлять очень часто все. Ебало свое переставь. Че ты сделал мне только что? Нет. В смысле, ебало свое переставь. И вы типа над этим смеетесь? Нет. Это вообще все. Чего вы, наверное, смеетесь? Ах, нажмите и спаси, чтобы прыгать. Я играл в КС, я знаю, как делать распрыжку. Перемещение быстрее из-за этого. Где дороги нахуй? Это все хуйня, Миша. Давай сначала. Блин, Леша. Не снимай, как я курю, ты мне мама накажет. Поехали домой. Я езжу прям в каком-то смешном кино. Я только открою глаза и ветки такие. Ну-ка, ты их закрывал, уебок. От веток. А только открывай сразу ветки. Что за хуйня? Ты не так кричишь. Макролинза открутил. Ну зачем нужна? Макролинза только для близких планов для волосков. Для кожи и. Макролинза, это которую ты откручивал. Если ты открутишь вместе с ней, то будет нормально. Вот сейчас откручишь вместе с ней. Видишь, вот теперь ты открутишь макролинзу сейчас. Нужно открутить вот эту как-то. Нижняя. Если как в обычных муниках нормально можно включить камеру, то нужно отдельно покупать. А вы сказали, что время 6 утра? Кому сказали? Кому? Камере. Нет. Что за пусть у меня? Тупой мудак, когда тебе Маша написала, я показывал часы, что время полседьмого. И нахуя это вставлять, вот не понимаю. Что вставлять? Ты спросил про время, я говорю, я показывал вот так вот часы. Какой же ты мудак по утрам. Ты всегда мудак. Хули себя взять. Ой. Мудак бугуртить не умеет, это основное. А вот умею. Ну давай ударь мне в лицо, если я не прав. В лицо. А в смысле? А что, микрофон на эту хуйню если купить? Тут что? В смысле? А он там есть. А это вспышка, не микрофон. Вот этот мудак говорил, что это для микрофона. Кто, я? Ты. Ты что, мудак? Я тебя спрашиваю, что это за хуйня у меня на камере? Ты говоришь, что ты микрофон покупаешь.
Здесь горячий башмак можно вставлять в микрофон, но вообще... А! Ты мудак, это не вспышка. Двойной наебали. Да, просто обосрался, притворились троллем. Да в смысле? Это не для вспышки, это вообще не вспышка. То есть это для вспышки, но это не вспышка. Ну ты понял, это и для микрофона. Тебе не поехали понять. Домой. Поехали. Комары зажали. Не могу снимать, у меня руки заняты. Она у меня грязная. Мне бы сейчас вообще помыться. У меня воды нет дома. Горячей воды? Да. Ну ты можешь, в принципе, ко мне скатать. Ой, все настолько не в фокусе, что пиздец просто. Да, когда далеко вообще пиздец. Надо приближать. Приближение здесь не работает с этой линзой. Линза, кстати, да. Когда будет работать, когда мы приближаем. Вот хорошо катаете. Хорошо. Вот видно, что могете. Могете! Особенно белый. Ну мы все молодцы, конечно. Не, парни вообще ребята, или как там? Видно, что могете. Я просто не вижу, что я снимаю, я в другую сторону смотрю. Поехали, слышишь? Поехали. Давай, все, слезай, бери его руку, поехали. Ну что? Да рано же. Да рано. 6 утра. Блин, не могу зумить. Не надо зумить. Нет, все отлично видно. Да, все равно не надо зумить с этой линзой. Ну, линзу-то снимай. Не могу. Ну, зубы-то видно. Парни, вообще, ребята. Бык должен сказать, короче, свой вывод о новых своих лонг приспособлениях. Лонг. Привыкать, катать. Консервативно. Угу. Женька, мне интересно. Я так тоже могу, наверное. Ну, кстати, у тебя может получиться. Кстати, у него наверняка не получится. Получится. У него слишком низкая подсветка. Подсветка? Подсветка. Нигде уборщика нет. Нет, подожди. О, что? Ну, поехали, блин, и мегакамеру отдать. Сейчас я настроим оптимальную съемку. Я это снял. Ты это снял? Вроде да. Что, он перепрыгнул доску? Не, я ему так ее катнул, а он ее задел, и она прям за ним застряла колесо об колесо. Смехотульки. Смехотульки. Смехота. Слышно? Батарейка съел. Зачем? В смысле? Что там? Не съел еще батарейку.